внимание на бесчеловечность варварской агрессии сионистов против сектора Газы в 2008-2009 году, до того и последний раз. И подумайте, что сектор Газы — это узкая полоска около Средиземного моря, шириной 6-12 километров, длиной около 40 километров. На этой узкой полосе земли живут 1,5 миллиона палестинцев. По плотности населения сектор Газы — это один из самых густонаселенных участков земного шара. И вот подумайте, эти варвары сионистские, они бомбили сектор Газа самолетов, ракетно-бомбовый штурмовой удар. В результате вот этих вот варварских действий в 2008-2009 году погибло 1417 палестинцев. Они апеллируют к тому, что палестинцы стреляют ракетами КАСАП, да, самодельными ракетами. Почему они это делают? А вот подумайте, 64 года вопрос не решается в Организации Объединенных Наций. Что делать палестинскому народу? Он фактически находится в изоляции. Сектор Газа — это фактически концентрационный лагерь, современный концентрационный лагерь. Если недавно еще последним таким российским государством была Южноафриканская Республика, то ныне мы видим, что такое место существует на Ближнем Востоке. И этому необходимо положить конец.